Mercedes G-класса в масштабе 1 к 43 от производителя Hongwell. Такое бюджетное решение для тех, кто не может или позволить себе по каким-то причинам, или из-за редкости достать Mercedes G-класса от производителя AutoArt. Тем не менее, очень неплохая модель. Она выполнена, конечно, намного проще, чем AutoArt, но цена за данную модель составляет 4 евро, а AutoArt стоит, начиная от 35 евро. То есть кому как повезет, за такую цену и купит. В принципе, данная модель выполнена очень неплохо. У нее имеются отдельные передние фары, отдельные противотуманные фары. Они изготовлены из прозрачного пластика. Отдельная пластиковая решетка радиатора. Она окрашена в такой темно-серый цвет. Отдельный передний бампер. Отдельные дворники, отдельные зеркала, решеточки воздуховода на капоте и по бокам выполнены, они просто окрашены краской, это выштамповка. Также выштамповкой являются поворотные огни, на моей модели они не окрашены, просто под цвет кузова покрашены. Имеются пороги, они изготовлены отдельной деталью, отдельные задние фары, имеется запаска. В принципе, сделано так довольно простенько, но довольно симпатично. У модели не окрашенный черный салон. Такой вот он довольно простой. Довольно простенькие, но симпатичные колесные диски. Такое вот простенькое днище. И если вот сравнить модель с AutoArt-овской, конечно, она проигрывает, но тем не менее, она, я вот их рядом ставил, она очень хорошо попадает в масштаб. То есть у нее размеры почти такие же. И в принципе даже неплохо иметь обе модели, потому что вот этот серый, он, ну, на мой взгляд, он как-то ощущается, что он как-то более старый, более ранний, более бюджетный такой вариант самой машины. Что у него бампера не окрашены, так он более простенький, в принципе. Так вот, неплохо сделан. AutoArt у него руль раскрашен под дерево, такой как люксовый джип. А это такой утилитарный, кажется.